18 сентября 2019 год. Щелково, Костромская область. Щелково. Вид с обрыва. Рядом с музеем Александра Николаевича Островского. Щелыково, 18 сентября 2019 год. Красота. Двойная беседка. Максимова Александра Евгеньевна в Щелково, 18 сентября 2019 год. Никольская церковь. Голубой ключик. Да, находимся в Голубой ключик в Щелыково. Загадываем желание. Желание. И бросаем. Бросаем монетку. Монетку на счастье. Здорово. Сегодня 19 сентября 2019 год. Голубой ключ Щелыково. Сегодня 23 сентября 2019 год. Щелыково. Никола Бережки. Идем 24 сентября 2019 год. Так.
Какая интересная лестница через овраг. Весь край этот милый навеки в стволах белокорых берез, и эти студеные реки, у плеса которых ты рос, и темная роща, где свищут всю ночь напролет соловьи, и липы на старом кладбище, где предки уснули твои, и синий ласкающий воздух, и крепкий загар на щеках, и деды в андреевских звездах, высоких седых париках, и рожь на полях непочатых, и это хлеб-соль средь стола, и псковских соборов стрельчатых причудливые купола, и фрески Андрея Рублева на темной церковной стене, и звонкое русское слово, и в чарочке пенник на дне, и своды лабазов просторных, где в сене не видно, и это на ларчиках черных кудрявая вязь палешан, и дети, что мчатся глазея по следу солдатских колонн, и в старом Полтавском музее полотнище старых знамен, и санки, чтоб вихрем летели, и волка опасливый шаг, и серьги вчерашней метели у зябких осинок в ушах, и ливни такие косые, что в поле не видно низги. Запомни, все это Россия, которую топчут враги. Воздух какой. Никола Бережки, где похоронен Александр Николаевич Островский. Дом Соболева с правой стороны, ремесленника, который знал Островского. Сейчас там музей. Крыши деревянные. Такие окрестности. Красивые. Деревня Николы Бережки. Вот и церковь появилась.
Нивы сжаты, рощи голы, от росы туман и сырость, колесом за сини горы солнце тихое садилось. Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось, что совсем-совсем немного ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани. Или Александра Николаевича Островского. Сегодня 27 сентября 2019 год. Никола Бережки. Оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Алексей Беляков.